BetSafe – generalinis Žalgirio rėmėjas. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Первая тренировка, с этим всех поздравляю, начало сезона. Это такое, скажем, не первый сезон, но всегда волнительно, как игроки, как новые игроки. Мы думаем о своих планах, мы думаем о том, как нам сделать ту команду, которая будет выполнять более серьезные задачи. Прошедший сезон – хороший сезон, но мы имеем цель, мы имеем свою мечту, поэтому, исходя из этого, будем строить свои планы на тренировочный процесс, подготовительный процесс, подбор игроков, селекцию, ну и стараться, не стараться, а будем делать то, что мы задумаем, осуществлять наши мечты, ну и, конечно, приносить победы. Самое важное в футболе – это победа. Позиции все горячие, закрыли мы одну, это точно, 100%, это позиция голкиперов. А так все позиции мы ищем, мы разговариваем, мы в стадии переговоров абсолютно на все позиции. Ну, может быть, еще опорная зона у нас уже так под прикрытием. Остальное все еще созидание. Три уехали, три приедут. Не проблема. Игроки есть, важно подобрать тех, которые нам нужны. За прошлый сезон мы имели свою, так сказать, тактику именно базовую. По ходу матча мы меняли очень часто наши тактические действия. По ходу соперника, какие соперники были, мы перестраивались абсолютно в разные схемы. Мы играли и в три, мы играли и в три центральных опорных, мы играли и в три нападающих, то есть тактический рисунок менялся. Это, еще раз говорим, большая благодарность нашим игрокам, что они вот это приняли, что они это усвоили, что они это делали. Поэтому какой будет тактический рисунок, ну, мы будем исходить из того, каких игроков мы возьмем и что они могут будут выполнять на поле. Поэтому мы в таком поиске для того, чтобы иметь разноплановых, разносторонних игроков для улучшения именно непосредственно и перестроения, и игры, и взаимодействия. Да, вот про кого знаю, да, это про него знаю, но я знал, так скажем, да, сейчас, может быть, у него немножко поменялось его мировоззрение на футбол, потому что он был в другой стране, в другом чемпионате, может быть, он именно по-футбольному вырос, именно исходя из тех задач, которые были выдвинуты тем тренером или там другим, третьим. Ну, я его знаю достаточно хорошо, так скажем, да, в плане человеческих качеств его. И я думаю, мы найдем общий язык, мы найдем общий подход к тому, что мы будем делать на поле. Очень рад тому, что он здесь. Ну, это, опять же, мы говорим, исходя из его действий, да, как он зарекомендовал себя в нашем чемпионате. Это одно, мы так внимательно, скажем, за ним следили, и не только мы одни, как потом оказалось, да, после подписания, поэтому мы думаем, что мы сделали правильный выбор в этом плане по Йоки Карашима. Ну, а его использование мы уже будем стараться максимально использовать его для того, чтобы команда имела хорошую и оборону по центральной зоне, и атакующие действия, начало атаки и завершение. Он показал в последних играх, особенно в прошлом сезоне, то, что он может еще и очень удачно атаковать. Поэтому все лучшие стороны мы будем использовать.